Очень важно человеку на духовном пути в действительности изучить сознание. Хотя бы понять не то, что дьявол существует, это само собой. В действительности человек сможет изучить и познать, что Бог существует тогда, когда обретет обратный ответ от мира духовного в его любви, когда он будет получать эту любовь. Тогда сомнения все исчезают. Но до этого еще надо дойти. И вот важный этап — это опять-таки изучение своего сознания. Почему это важно? Важно разобраться, где первичное сознание, где вторичное. И самое важное — это где ты, друг мой. Если ты не поймешь, что ты — это не первичное и не вторичное сознание, то скажи мне, кто будет идти по духовному пути? Ты — тот, кого порой и не ведаешь, кто ты. Или первичное, или вторичное сознание. Кто пойдет вместо тебя?